Более 300 лет назад Петр I утвердил бело-синий-красный флаг, придав ему статус государственного. Уже и тогда с триколорами, гордо развивающимися на мачтах, корабли русского флота участвовали в сражениях, защищая честь и независимость державы. Сколько исторических событий произошло, сколько сменилось эпох. И флаг России был и остается дорогим и значимым для каждого из жителей самой большой в мире страны. В Славянском районе, как и по всей нашей стране, 22 августа отметили замечательный праздник – День государственного флага России. Наш флаг вместе с гербом и гимном – это один из главных символов государства с его богатой историей, и поэтому он заслуживает самого уважительного к себе отношения. Уже в преддверии этого праздника славянские волонтеры раздавали красно-сине-белые ленточки участникам акции «Оставайся донором». И, конечно, в праздничный день они вышли на улицы города, чтобы вручить ленточки славянцам и поздравить их с праздником. Эти ребята не скрывали своих чувств. Флаг Российской Федерации – это символ нашей великой державы, нашего государства. Каждый из цветов его триколора обозначает что-то свое. И мы, молодое поколение, будем учиться, работать и прославлять свою великую родину. Я уверен, что молодое поколение сможет продвинуть Россию, и наша страна станет еще более величественной и могущественной. Горожане всех возрастов, которым вручалась трехцветная ленточка, были настроены празднично. Для них День российского флага очень значим. Мы, наверное, должны гордиться своим государством, своими символами, своим народом. Поэтому вот все взаимосвязано. Надо и чтить и государственный флаг Российской Федерации. Россию я люблю. Великая страна. И также должны любить молодое поколение. Это наша земля, мы здесь родились. Я очень счастлив, что я и мои дети, и мой отец воевал, инвалид и участник войны, и мама. Они для нас завоевали свободу и счастье. Я тут родился, тут. Это моя родина, тут мои родители, тут моя дедушка с бабушкой, тут моя семья. Россия тут, сердце. Я люблю свою родину, я здесь живу, я хочу здесь жить, я не хочу отсюда уезжать, мне здесь нравится. Около городского дома культуры была развернута небольшая фотоэкспозиция с фотографиями славянцев с государственным флагом. Не только в городском, но и в сельских поселениях не остались равнодушными к этому празднику. Ребята провели разнообразные флешмобы с флагами Российской Федерации и, конечно, сняли это на видео и выложили в социальные сети, чтобы все земляки смогли воодушевиться их энтузиазмом и порадоваться за молодежь. В прибрежном сельском поселении в семье Черненко к празднику испекли отличный пирог, используя только натуральные продукты и проверенные рецепты. Надо ли говорить, что пирог с фруктовой начинкой удался на славу? Сегодня день российского флага, и поэтому я испекла для своей семьи праздничный пирог. Он с начинкой яблока со сливой. Это старый русский рецепт, традиционный. Надеюсь, моим детям всем понравился пирог. Устроили сегодня праздничное чаепитие. Праздничный пирог на столе – это приподнятое настроение. И к тому же он просто вкусный. Сегодня мама испекла пирог, который был очень вкусным, как и все ее пироги. Когда мы его ели, мы почувствовали вкус настоящего праздника, вот, который отмечает сегодня вся страна. И всем нам очень понравилось. Волонтер Александр Котельников приобретает профессию повара-кондитера, но уже сейчас он хорошо печет и сделал к празднику торт, украшенный в цветах нашего государственного флага. Для меня значим праздник государственного флага Российской Федерации, так как этот праздник посвящен именно нашей стране и нашему государству. Наше государство очень большое. И я решил испечь торт, который посвящен нашему флагу. Это красный, синий, белый цвет бисквитного торта. У него очень интересная начинка. Это ягодно-йогуртная начинка. Детвора, которая угощалась этим прекрасным трехцветным тортом, была очень рада. Этот праздник запомнится ей надолго. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».